как голубой, это вопрос на подумать. На подумать? Так называется, да, эта категория вопросов на подумать. Были ли вы когда-нибудь тайно влюблены в лучшего друга? О. Своего? Я не знаю, не я писал, это французская игра. Французская игра? Да. Да нет, у меня всегда были очень такие брутальные отношения с друзьями. А потом в самом... А женщина, презумпция того, что женщина не может быть другом. Вот так вот люди прокалываются. Да, нет, да, женщина друга быть не может. Хотя у меня есть, кстати, друг Лилия Виноградова, близкий мой соавтор, тоже знакомый. Вот, друг мой с самого-самого детства, вот абсолютный вот друг, понимаете, никаких у нас, ну, с моей стороны не было никаких чего, да? С ее не знаю, надо ее спросить, может, она в меня тайно влюблена. Вот. А вообще лучший друг для меня, ну это, конечно, парень, поэтому. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.